Игра в мяч, эмоции и поддержка родителей – в этом вся прелесть детского футбола. В межрегиональном турнире памяти Владимира Кобзева принимает участие 8 команд из Барнаула, Новоалтайска, Томска, Горно-Алтайска и Новосибирска. Соревнуются 8-летние спортсмены, а те, кто раньше тренировался под руководством самого Кобзева, благодарны ему за то, что начали играть в футбол. Он был моим тренером в команде «Динамо» Барнаул. При нем я заиграл достаточно качественно. После работы с ним меня позвали в команду первого дивизиона. Вот, поэтому я очень хорошо прогрессировал под его руководством. Поэтому мне захотелось отдать дань памяти и организовать турнир его имени. И таких футболистов сотни. Благодаря Владимиру Кобзеву футбольный мир увидел братьев Березуцких. Они успешно играли за московское ЦСКА и были лидерами в составе сборной России. Или Александр Яркин также начинал свою карьеру под руководством Владимира Кобзева и успел поиграть за Краснодар и футбольный клуб «Рубин». А уже как 2 года тренирует детей и с улыбкой отмечает, что работать с детьми для него уже как наркотик. Вкладывая всего себя, выплескивая эмоции, видеть результат юных футболистов важно для каждого тренера. Получаешь ты от этого больше, чем как эмоции были, когда я играл. Даже совсем другие эмоции, но когда ты вкладываешь всю эту душу туда, каждый раз все это повторяешь ребенку, который еще там отчество мое не умеет выговаривать, так скажем. И когда у него это получается, такие чувства испытываю, что в футболе такого не было. Тем и важна роль детского тренера, ведь юные футболисты еще не знают, что такое контракты и деньги. Они просто играют свою любимую игру, не думая ни о чем. А через пару лет мы увидим, как те самые футболисты защищают цвета национальной сборной. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, «День с толком».